натянуты нервы гитарные. Давай за жизнь, давай, брат, до конца. Ха-ха-ха! Наконец-то достойная игрушка. Здравствуйте, ребяточки, девчаточки. Я вас категорически приветствую на своем канале «Злой русский орк». За Донбасс с вами дядя Саша, великий и ужасный. Почему достойно? Так зомбей мочить будем, потому и достойно. Итак, ваши любимые товарищи, мужественные орки, прекрасные арчанки, рубрика «Обзор» на этот раз не почти, а обзор игровых новинок. Потому что неделю как эта игрушка вышла. Да, свежачок. 2 июля 2024 года в Стиме вышла. Стоит 320 рублей. Сейчас на нее скидка. Можно купить за 256. Ха-ха. До 15 июля. Что написано? Уничтожайте зомби, играя за смертоносную милашку. Каспер Сергей Валерьевич, смертоносная милашка. В низкополигональном. Что такое низкополигональный? Есть высокополигональный, низкополигональном 3D-стиле. Hot Blood — это основанная на физике увлекательная игра жанра «Избей их всех». Ха-ха, Ольга, ну это ж наш любимый жанр «Избей их всех». Ебиться сердце перестало, когда избил их всех, ясен пенисень. «Избей их всех», вдохновленная боевиками 80-х и 90-х годов. Ну-ка. Посмотрим. Так, здесь есть примерочные, пошли нарядимся во что-нибудь. Так, ну с ушами вот с такими мы не можем ходить, это несерьезно. С такими тоже не можем. Так, ну в трусах это тоже несерьезно, да. Но это тоже несерьезно. Это слишком короткие трусы, нам такой не годится. Ну что мне может подойти? Ну только вот эта дама в шляпе. Хотя вот тут на картинке кажется, что юбка у нее длиннее, но она не короткая, да. Так, цвета у нее. А что, это ничего не изменилось? А, синий, белый, красный, корышневый. Так, какой же взять цвет-то? Ну, давай вот такой возьмем, пусть будет вот такая. Так, уровень 2 нам недоступен почему-то. Поехали сбивать их всех, поехали. О, какой выход-то? Не туда нажал. Так, кого я выбирал? Я выбирал вот эту, вот такого цвета. Так, а, ну, выход, все правильно. Она должна в такой одежде была начать остаться? Я не знаю. Или нет? Ну нет, а почему-то у нее одежда не поменялась, я не понял. Погоди, не туда. Да погоди, я не пойму. А чё она? А, это стоит. А, это только со второго уровня. То есть я могу либо вот это... А, так у меня нет возможности костюмнику поменять. Чё вы мне голову забиваете? За него же деньги нужны. Блин, а? Он же покупается. А это вообще уровень 2 написано. Ты ещё не достиг его. Семён Семёныч. Привет, я Рокси. Мы с парнем любим ходить по магазинам. Блин. Вроде музыку убирала, все равно какая-то громкая. Дай еще потише чуть-чуть сделаю. Этот бюстгальтер мне идет, спрашивает она. Ну, мы бы с Каспером сказали, что лучше было бы без бюстгальтера, да, Каспер? Ну, ладно, идет. Идет тебе бюстгальтер. Боже мой, зомби! Интересно, откуда взялись зомби вдруг? Вот она пришла в магазин, а магазин полный зомби. Вот это подстава, Ольга, да? Так, выход в меню. А что, здесь настроек нету, да? Понятно. Настроек вообще нету. Ну, игра такая минимальная. Чё, заново вся? Да-да, мы знакомились, Рокси. Сейчас ты будешь себе на этот, на титник покупать. Я понял. Он тебе идет, конечно, естественно. Вот. Ну, она так, судя по всему, купальник покупает. Хотя я не знаю. Боже мой, зомби. Да тоже мне зомби не видела. Так, ну и чё? Она бьет рукой на правую кнопку, левой бьет ногой, да? Так. Это не зомби. Бейте руками и ногами. Рукой, ногой. Что-то говорит не на нашинском при этом. Хотя, походу, разработчики наши. Так, значится. Так, это не уровень здоровья. Это уровень зачистки, да? Так. Ну, бьем пока зомбаков. Там вроде... Так, первый уровень зачищен. Она вот так пляшет, когда зачищает. Так, и значится, пошли искать дальше. Слушай. А, ладно. Блин, а чё так это? Чё так громко? Чё так громко все это рычит? Убавляешь, оно не убавляется. Давай глянем здесь в подсобке. Точнее, в подсобке, в примерке. Никто не скрывается. Ну, зомбаков слышу много, да? А эта примерка закрыта. А, она открыта, но толка никакого. Она может вот так еще, смотри, Ольга, кубыркаться. Опа! Так вот, кубыркается.
Так, вышла на улицу. Сюда не пройти. А, нет, пройти. Мне нужно найти своего парня. Что-то оно уже в майке в какой-то. А у меня... А, у меня тоже в майке. Нет, не в майке, у меня она в натитнике. Странно, ладно. Так, заходим. Тут зомбаков куча. Подбирайте предметы и бросайте. Да, можно, кстати, кидать ими предметами. Тут будет такой прицел появляться. На тебе. Тихо. Дай-ка я предмет еще возьму. Давай гири в кого-нибудь кинем. На тебе гири в тыкву. Еще. Ну, зомбаки какие-то пока велотекущие. Так. Я в него вообще попал? Не понял. Так, дай я в тебя гири кину. На тебе гири. Так, в тыкву попала гири. Еще одна. Это что? Это уже гантели. А есть у кого гантели кинуть? Есть, потому что спортивный магазин не зачищен. Где мой прицел? На. Подсечку тебе. Ах ты, гад, встал после подсечки. Так. Это валяется. Теперь сейчас прицелимся в этого. Готов. Готов. Так, этого подсечку укладываем. Вот добивания у меня пока нету. Еще раз. А подсечка вообще хп снимает? Не, не снимает. Слушай, а зачем ей фонарик? Вот она с фонариком зачем-то ходит. Слушай, они у меня хп где-то сняли. Одно сердце отсутствует. Так, хп у нас пополняется вот этими. Купить новый костюм. Да погоди ты своим новым костюмом. Потом. Потом. Я хочу вон тот приличный костюм, где платье приличное. Я не хочу вот это обычное. Вот эти майки-обдергайки, вот эти трусы какие-то. Ага, вот у нас восстановитель здоровья. Так, новый магазин. О, тут большая тетя. Да, тетя большая, в салоне красоты сидит. Что за монстр? Она такая большая. Жрет что-то, да? Да, что-то жрет. Так, вот этот монстр может и уработать. А если монстра подсечкой? Подсечку уложить. И с ноги. На, и перекатик. Ой, не туда, не туда. Так. Так. Так, она меня, по-моему, уработала. Да. Ой, один хп остался, выпей газировки. Тут, по-моему, когда газировку пьешь, они не бьют. А, не бьют, когда газировку пьешь. Слушай, я монстр укокошил. Так, играть. А что, все заново, да? А, нет. С последней, так сказать, точки сохранения. Тогда дай мы в эту большую кинем предметом. Слышь, ты, толстячка, иди сюда. Я в тебя буду кидать гири. А, ей пофигу гири-то. Так, погоди. Да нормально она тебя долбанула. Надо газировку пить. Тихо, тихо. Опять она меня долбанула. Слушай, а я ее вообще не долбанул, глянь. Ух, как она бьет-то больно. Ни хрена себе. Там он еще газировку надо брать. Ш, какая-то она попалась. На подсечку тебе, если... С ног тебя, если сбить собаку такую. Сбилась. А с руки, а с ноги. А, все. Победила. Победила через одну погибель. А, тут сохранение, так понимаю, на уровнях происходит, да? Фенами тоже можно кидаться. Купить новый костюм. Да не хочу я новый костюм. Не хочу я новый костюм. Уровень повышен. Так. Уровень повышен. Теперь, по-моему, этот костюм можно купить. Денег хватает. А, денег на него надо побольше чуть-чуть. Ладно. О, смотри, здесь можно взять биту. И биты их всех как поукокошить. Она вообще с какого-то разворота безумного будет. И куда-то пошла, они вон не все. Но бита сейчас поломается. Она тут как бы не бесконечная. Извиняется, говорит, сори, говорит, что я вас с биты долбанула. Так, какой-то футболист. А, все, бита поломалась. Так.
Так, игровой клуб. А кто тут еще в клубе? Так, это мой восстановитель здоровья. Вон еще один восстановитель здоровья. Давай клавиатуры в кого-нибудь кинем. Давай. Дядя, слышь, ты геймер, на! Ой, мимо. Ой, мимо. Ой, мимо. Так, тут еще деньги не собранные. Так, да, еще клавиатуры в него кинем. Прицел, прицел, видишь? Надо, чтобы прицел на нем был. Тихо, тихо. Не туда клавиатуру кинула. Действительно, упс, клавиатура вообще не туда полетела. Полнейший упс. Так, можно и купить наконец вот этот костюм, да? Ага, во. Все. Ага, вот он теперь у меня в шляпе будет ходить. Он теперь у меня в шляпе будет ходить. С ноги его. Там, когда вроде уровень достигаешь новый, какие-то у меня удары появляются. Так, можно сюда зайти? Тут кто-нибудь будет. Это мужской сортир. Да, тут, естественно, видишь, они уже второго уровня тоже пошли. Товарищи, зомбаки. Ой, а тут дамы. Погоди. Нет, это не дамы. Так, всех нафиг поваляем. Этого тоже поваляем, чтобы он тут нас... не строгал. Так, и ему, короче, в череп деталькой. Так, что здесь, кто-то есть? Сиденье от унитаза. Так, сидушка от унитаза. Кого-нибудь метнем. Так, смотри, вот он, смотри, стоит. Вот ему сидушку от унитаза, а потом двоечку ему в тыквку пробить. Это тут третий. Ух ты, сколько вас тут много. Так, ребята, вам подсечки одному, другому. Полежите чуть-чуть, я возьму вот этот освежитель. Освежитель мыльный. Не туда, тогда еще раз подсечку. Ой, в сортир меня запихали. Так, все, все валяются. Нет, этот опять встал. Ну, это, видишь, это не считается за... повышенный уровень. Изучены новые удары ногами и руками. Только вот она их по рандому бьет, эти новые удары. Я вот не понимаю, как это работает. Когда она начинает какие удары применять. Так, shift, бегайте быстро. О, да что ты, какой совет. Так, тут опять эта толстячка, твою дивизию. Она меня долбанула. Она меня сильно долбанула. От нее надо отойти. А то она меня сейчас уработает. Шурик, надо отсюда бегать, а то эта толстячка нас убьет. Пей, пей свою сраную газировку. Слушай, а вот сейчас дают выпить. А в прошлый раз не дали выпить. А, что такое, Ольга? То дают выпить, то не дают. Я ж там новый удар ногами. Чё ты ее не пинаешь как следует? Где твои эти хваленые новые удары? Так, товарищ зомбак второго уровня. А куда улетел? Так, это мне здоровье пополнять. Здорово, товарищ зомбак! Так, собираем деньги. Там что, можно костюмчик новый купить? Да, давай костюмчик другой купим. Хотя костюмчики, по-моему, не дают никакого толку. А зачем тогда их покупать? Не знаю. Достижение, чтобы получить. А, достижение. Ну да. Так. Смотри, доступен вот такой костюм. Ну это опять трусы какие-то, я не знаю. А можно, чтобы были длиннее трусы? Почему они такие короткие? Цвета какие-то дурацкие. Ну пусть будет. А почему не купить? А, 2000, потому что стоит. А, понял. Дороговато нынче трусы стоят, 2000, понимаете. Ладно, нам надо быстро-быстро все зачистить. О, фулл-корт. Тут, по-моему, где-то была какая-то орудие, нет? Так, сейчас мы вот эту сосиску отгвоздим. Так, сосиска полетела. А, вот тут у нас есть, смотри. У нас тут есть палочка. А, топор! Ой, он какие-то дает спецэффекты ударов. Ну, как они падают. Так, а вот это большой. На, большая. И еще потом спецэффект.
Спецэффект ударная волна. Так, большая все? Да. Шурик, ты куда-то не туда долбанул. Да пофигу, они вообще все падают. Кстати, можно ногами бить, когда с топором. Не руками, а ногами, а потом топором. На! И все падают. Ой, тут еще одна большая. Ой, там что-то Миссис Колледж на ней написано. Надо эту Миссис Колледж вырубить побыстрее. А, все, ты ее вырубил. Так, фудкорт почти зачищен. Тут зомбаки уж третьего уровня. Изучены новый удар ногами. Ну-ка, дай-ка мне новый удар. Ага. Смотри, какой. Какой Брус Ли у нас тут. Там вон кого-то колбасит. А, два штуки тут еще. На новый удар ногой. Это тоже на новый удар ногой. С разворота, ты понял, да? Так, уровень зачищен. Поплясало. Денег сколько дали? 3000. Так, сейчас вот к этим типам надо зайти. У них тут должны быть эти выпивалки. Ой, зачем же ты активировал этот топор? Топор-то прибереги. А, все, топор поломался. Ну тогда новый удар ногой. О-хо-хо-хо! Хороший удар ногой. Совет купить новый костюм. Совет вам да любовь купить новый костюм. Так, а как вам к тому типу зайти? А, это дальше надо пройти. У него там тоже, по-моему, есть это лекарство. Да, вот так к нему зайти. Сюда вот зайти к нему. Вот оно лекарство. Вот он тип. Тип, привет. Тип, пока. Так, теперь доступен вот этот костюм. Ну вот с ушами вообще не хочу. Вот не хочу с ушами. Пусть будет красный. А, тут еще у нее прическа, что ли, поменялась параллельно? Так. Сэндвич. Так, теперь, говорит, вот сюда можно зайти, подчистить. Это что тут такое? Техномарк. Подсечка! Всем лежать работает, ты понимаешь, ты не пойми кто. И с ноги вот этому вот. Вот этому вот с ноги. Ух ты, а ну смотри, как бить можно. Сверху вниз. Прям как этот, как его зовут. Вот это нормально. Они подлетают. Вот этот удар мне нравится. Хватит плясать. Пляшет она. Смотри, сколько уровней зачищать. Ты тут пляшешь. Купить новый костюм. Да только купил, куда еще? Так, зайдем сюда. Ой, тут у нас. Слушай, а боссы тут будут? Бедные повара тут вечно под раздачу попадают. Так, ну у меня уже 7 восстановителей здоровья. В принципе, сгодится нам этот фрейрок. А это куда выход? А, тоже продавец. А, шаверму бедолага тут готовит. По-моему, она на него поругалась. Шаверму. Давай в кого-нибудь шавермы метнем. Да, Ольга? Метнем в кого-нибудь шавермы. Пусть закусит. Так, ну и что? Теперь вниз, я так понимаю, идти, да? Тут я все позачищал. Получается, что вниз. Так, тут роботы какие-то стоят. Так. Боже, этой твари нужен маникюр. Какой-то новый злыдень какой-то. Мы в него кидаем. Использовать подножку. А зачем подножку? А зачем подножку? Ох, как она больно бьет, ты смотри. Неплохо она бьет. Действительно надо его валять. Она своими... А, у нее, я так понял, когти острые. Она когтями. Так, шаверму мою сюда назад. Так. Не пора ли закусить вам шавермой? Шаверма как-то не очень. Хотя давай с подножки уложим. Вот так, валяйся пока. Вставай. На тебе удар. Рукой, ногой. Вот это хорошо она добивает. А, погоди, а ты что, еще живой, что ли? Так, значит, можно зайти в аркада-зону. Это что, какой-то игровой клуб? А тут что у нас? Бейсбольный бит. А, давайте я вас всех биты угомоню. Так. Тут опять эта хрень с когтями.
Ну, эта хрень с когтями по и против бейсбольной биты, конечно, ничего не может. Но стиль тут такой, как вы видите, забыл сказать. Ну, киберпанковый, все фиолетовое, яркое. Этакое... Ага, бита поломалась. Ну, тогда на ноги переходим. Тогда на ноги переходим. Уровень зачищен. Можно поплясать. Открыты новые удары ногами. Так, лекарство мое. Купите новый костюм потом. Дай кому-нибудь фишку. Фишку в кого-нибудь метнем. Так, это что такое? Кафе. Так. Так, лежать всем. И вот этому там четвертому уровню уже зомбаки. Ты смотри, официанты, повара. Так, тут же большая тетка. Блин, да... Куда ты не туда бьешь? Ого, вот это у него ударчик. А если я тебя подсечки тебе дам? Пока тут валяться будешь, я остальных побью. Ой, опять это с когтями хрень. Ой, они меня долбанули. Пока они лежат, я выпиваю и лечусь. Блин, а что так бьет больно-то? Миссис, понимаешь ли. Так, Шурик. Карусель, карусель! То успель, тот присель. А они так урон получают, если подсечки ты получаешь так урон, я вижу. Ничего, мы сейчас выпьем. Лекарство. А, чё, все что ли? Нормально. Чем это я его укокошил? Не, она вроде шевелится еще, это большая. Не, все, большая не шевелится. Большая больше не шевелится. Так, где-то у нас тут еще повар скрывается. Четвертого уровня. И вот еще. Так. Ага, кафе зачищено. 9 из 10. Так. Купить новый костюм. Ну тут это вообще какой-то купальник. Ну что это такое, я не знаю. Что, в купальнике гасить, что ли? Ну давай. А это в DLC уже костюмы, понимаешь? Все. А DLC это за деньги, а нам не нужны DLC за деньги. Так, в супермаркет предлагают зайти. В супермаркет. Тут есть бензопила. Офигеть. Че, берем бензопилу? Ну берем, конечно. Поехали, на! Вот это я понимаю, это наша тема. Интересно, дробовик тут дадут когда-нибудь? Слушай, пошли в толпу. Чё ты бензопилой режешь, где мало? Во! Вот эту большую надо резать бензопилой. Во! Во! Да сори, конечно. Очень сори. Так, лекарство. С ноги. Из бензопилы его. Так, отлично. С ноги. С бензопилы. Так, надо костюм какой-то другой купить. Это какая-то срамота какая-то голожопая бегает. Несерьезно все это. Да несерьезно все это. Да, Ольга. Несерьезно играть за срамоту голожопую. Мы приличные люди, за срамоту голожопую не любим играть. А, лузер, запилил его бензопилой. Говорит, лузер, конечно, лузер. Да, значит, не встала, кого там пилишь. Так, вы тут что тусуетесь? Тут к вам подарок бензопильный пришел. Интересно, а где мне поглядеть здоровье бензопилы? Хворе крутиться! Все, все, спилило всех, молодец. Так, костюм есть другой? Это только на 6 уровне будет. Да какой дурацкий, с ушами какими-то, я не знаю. Все с какими-то ушами. Так, все, ходи вот так. Вот так. Все, все, отставить сармату голожопую, ходи вот так.
А, ну там же можно все костюмы купить. Ну да, там, наверное, все костюмы, если купишь, достижение какое-нибудь получишь за все костюмы. Опа-на, с когтями пришла мадемуазель. Так, что-то вообще весь экран кровушкой нарисованный закидала. Так, если я к бите подойду, у меня бензопила сменится на биту. А я не хочу, чтобы бензопила сменилась на биту. А, все, пила поломалась, да? Хорошо. Значит, биту возьмем. Натя с ноги, натя с руки. Так, что-то еще супермаркет не весь зачищен. А кого мы тут еще не добили? А вот она. А вот опять вот это с когтями. Но против бита она уже с когтями-то хрен что сделает. Она там еще живая, по-моему. А мы ее сейчас на с ноги. И на ее битой по башке. Вот так. Так, подсобка у нас тут какая-нибудь есть? Что-то где-то кто-то рейдщит, но что-то я подсобки не вижу. Че, вы последние остались, кто за супермаркет должен засчитаться? Вон там стоит один. А, да их тут трое еще. Так, его ножкой давай. Блин, он пятого уровня. Правда, ему ножка удар. Два удара ножкой надо. Просто если сейчас буду бить битой, она будет расходоваться. А биту надо оставить на следующую толпу. Поэтому пока побьем ножками. А, вон еще один. Гражданин тут зашел в супермаркет. Все. Так, уровень у нас получается 10 из 30. Так, а как отсюда выйти? Хороший вопрос, Шурик. Где отсюда выход? Какое достижение получил. А где отсюда выход? А, вот он. Все, нашел. Извиняюсь. Вот. Ага. Так, сюда ходил. А как туда пройти? Не знаю пока. Там он как-то... Да ты опять туда же пришел. Там как на парковку надо выйти. Так, надо как-то выйти на портковку. Так, на портковку. Здесь везде закрыто. Вот проход. Нет прохода. Так, это супермаркет. Чуть я не понял, как на парковку пройти. Ладно, иди сюда. Вот какой джентльмен стоит. А вот может здесь... Так, вот смотри, сортир. А после схожу в сортир. Может, через сортир? Так, вот эту с когтями будем долбить уже. А, поломалась. Поломалась моя бита. Бита поломалась. Так, этот туалет я изучил. Слушай, а, говорит, сюда идти, да? Ого, пистолет! Фига себе! Значит, все-таки будет дробовик. На! Так, пока ногами побьем. Пистолет пока прибережем. Все-таки есть пистолет. Значит, будет и дробовик. Значит, может быть, даже будет и миниган. Ха-ха-ха. Так, надо выпить, слушай. Что-то как-то здоровья маловато. Это хранилище, Шурик. Да я понял. Она ничего так сигает. Так, эти уже шестого уровня пошли, злодеи, видишь? Ну, я развиваюсь, и они тоже, соответственно. О, с пистолета она с одного выстрелила. Сколько же в пистолете патронов-то, а? Павел Марет. В химкостюме. Знакомые личности в химкостюме. Я так понимаю, что пройти игру надо зачистить 30 уровней, да? Ну, там сейчас они должны пойти уже так это, посерьезнее, чувачки-то.
Так, ну-ка, подсечку им. Чё это они тут ходят? Ну-ка, всех уложить. Интересно, по лежащей можно стрелять? Они уже встали. Ого! Какой прыжок через себя. Перку вернулась. И бабец, как говорится, при дне возник. Ну давай этого пристрелим. Все. 11 уровень, молодец. Угу. Так, какие-то там достижения сыпятся. Купить новый костюм. Ну, я не знаю. Ну, давай вот этот купим. Только мы его... А, и это не купишь, он стоит денег много. Ну, давай этот с ушами купим. Гадя, а что не покупается? А, надо купить нажать. Все, понял. Так, ну, надеть мы его не будем. Я же говорил, не надеть. Я же в этом ходил. Уже напялить успел, какой-то дурацкий. Так, погоди, а здесь что, закрылось? А куда мне здесь идти тогда? Не знаю, Шурик. А? Налетели, а? Злодеи. Ты, гля, увернулся еще, сволочь такая. То есть тут, когда заходишь, назад потом не пройдешь, что ли? Опустилась шторка, да? А, шторка. Я ж сюда заходил, да, по-моему, сюда. Ничего тут не открывается, ничего тут не открывается. Так, а здесь только сюда, больше никуда, Шурик. Тут другой дороги нету. Я тебя понял. Тут безальтернативный вариант. Так, а сюда можно зайти вот в этот сортир? А, так я тут уже был. Я тут уже всех погасил. Погасил уже всех. Так, говорит, можно сюда идти. Это что такое? Ох ты ж. Что это такое большое приседает? Какой дядька большой? Я люблю спорт, но не тогда, когда в меня летят гантели. Так, этого мы сейчас будем гасить с пистолета. В него стреляй. В него стреляй с гантелями, который... Видишь, прицел хрен есть. Хренась, он меня подлечил. Выпейте газировки. Выпил уже. Так, плохо, что здесь не прицелишься, да? А вот так через эту можно стрелять? Через дверь. Давай проверим. Убило, что ли, его? Так, пистолет кончился. А, нет, не кончился еще. Короче, пистолет мне не нравится. Он только по одиночным целям. Так потому что тут прицела же нету. Тут правой кнопкой удар ногой. Давай издалека их всех гасить. Где эти председатели колхоза? Она еще с пистолетом ходит. Да, еще с пистолетом. Нам вон того с гантелями надо укокошить. Надо, чтобы на нем прицел. А, все, кончился наконец-то. Наконец-то кончился пистолет у тебя. А ему подсечку можно сделать? Нет, а, можно. Блин, тут их гантельщиков аж двое. Как насчет газировки выпить? О, биту взял. А, у меня есть бита. Ну все, товарищи с гантелями, вам хана. Против биты вы ничего сделать не сможете. Бита это все, вот тут глаза в разные стороны вылетают. Главное, чтобы на него биту хватило. Ой, на него бит не хватило. Тогда ногами его. Да блин, вон он. В него еще хрен попадешь. Так, надо отойти, Шурик, а то он тебя замесит.
Выпейте, женщины. Гантели летят мимо. Сейчас попадет в черепушку какая-нибудь. Давай, дядя. На тебе серию ударов. Понял? Вот так. Так. Новый костюм. Да отвяжитесь вы с вашими костюмами. Надоели. Там костюм у вас дурацкий. Не хочу такие костюмы. Вот самый приличный нашел из всех костюмов. Все остальные какие-то неприличные. Так, ну говорит, дальше идем, да? Так, прикопали. Ой, там опять чуваки с гантелями. Так. Техзона. Вот это мне в техзоне выдали. Да блин, назад, а не сзади. Блин, я ничего не вижу, меня кот к стене приперли. Надо выйти выпить. Выйти выпить. И ногой. И ногой ей. Так, это готово большая? Так, большая вроде готова. Тут опять хрен с гантелями. Хрен с гантелями. Он уже начал гантелями кидаться, хрен. А, гантелями начинает кидаться. Ну-ка. Валяй их всех. А ты глянь, по заднице дала. Ах, сволочь зомбаковская, по заднице дала. Ах ты ж сволочь, по заднице дал. У тебя руки уже нет, слышь, дядя. Так, всем лежать, я сказал. Там этот большой гантелист готов, что ли? Да, все. Готов! Тринадцать уровней. Так, а лекарств у вас тут нету? Чё-то я не вижу, а то у меня лекарств только 5 штук осталось. Мне б лекарств надо. Так, отдохни. О, бензопила. Ну, наконец-то. Наконец-то нормальное оружие. Так. Пошли в толпу. Там веселей с бензопилой. Слушай, а что ты в магазине одежды тут забыл своими гантелями? Вот ты мне скажи. Что ты в магазине одежды забыл? С гантелями-то. Это вроде нифига не... Ой, тут еще женщины с когтями. Они тут все. Так, сейчас куда-нибудь зайдешь, там будут все и с когтями, и с окорочком, который жрет все время. Надо поискать, где-то тут должны быть лекарства. В примерочную, что-то зайти, а то у меня 5 лекарств только осталось. Так, у вас тут лекарства нигде не прячутся. Так, вот еще один. Сейчас в примерочную пойдем. Даже половину еще не зачистил. О, как долго зачищать-то. А, вон, видишь пузырь? Да, пузырь вижу. Купите новый костюм. Не хочу новый костюм. Не хочу, как говорил промокашка, не хочу. Никого нет, никого нет. А, вон еще пузырь. Так, а я тебя не заметил. Так, два пузыря, это хорошо. Так, куда бы ворваться бы с бензопилой? Ну, давай ворвемся вот сюда. Но тут такая фигня, что бензопила сейчас может быстро крякнуться. Тогда надо быстрее к тому прийти.
Ага, бензопила уже крякнули, Шурик. Хреново. А гитарку нельзя взять и гитаркой всех бить? Будь там так забавно. Блин. Ох, как он больно бьет, а. Надо от него отойти, Шурик. Да. И подкрепиться. А то укокошит. Сейчас подкрепимся. Он тут один, что ли, остался в музыкальном магазине? Ух, то как он бьет, а. Ага. И давай валяться. Двоечку тебе, на. Он от ног сбивать и долбить. Просто руками. Руками она быстрее бьет. Так, ровно половина. Угу. Ну, пока из интересного что было. Ну, пистолет, но пистолет какой-то не очень. Купите новый костюм. Ой, ну купи вот этот костюм. Вот, все. Вот, купи этот костюм, чтобы они от меня отвязались. Купи все костюмы. Ага, на денег не хватает. А какой ношу? Да вот этот синий. Так. Здесь у нас магазин зачищенный. Здесь всех укокошили. Да? Ну, вроде стрелок зеленых не вижу. Стрелки зеленые, они типа говорят, заходи. Заходи, бей. Убей их всех, да-да-да. Так, а здесь... Вон стрелки зеленые, но как туда пройти, не знаю. Пошли пока сюда. Может, как раз это и есть движение по кругу, чтобы туда прийти. Может быть, не знаем. Опять там он этот хрен сыт из гантелей. А есть у вас тут что-нибудь, чем бить? Ой, тут хренов с гантелями много. И двоечками его. Ага, пока он лежит. Выпей газировки. Да пью уже. А, у меня гантеля прилетела. Я не успел выпить газировку. Играть. А, с магазина начнем, где мы всех укокошили. Ты нифига себе, гантеля прилетела. Так, а какая сволочь у меня гантелю кинула? Да вот это, наверное, дальняя. Дальняя сволочь. Так. I'll be gentle. Нет, она еще встала. Какие они здесь противные. Уличные забегаловки. Вот этот хрен с гантелями, да? Да, и он ими кидается, ты понимаешь? Он ж кидается ими. Понимаю. I hear you. Блин, как его повалить? Никак, он тебя уже повалил. Валим отсюда. Валим газировку пить. Так. Больно бьет. Вставай. Все, я готов. Так, уличная забегаловка. Давай хлебнем. Сюда бы, конечно, какой-нибудь пистолет бы. Или бензопилу. Ладно, что же делать. Нет у нас пистолета, бензопилы. Так, уровень повысился. Говорят, новые удары подвезли руками и ногами. Сейчас поглядим на наши новые удары. Ну, сосиска сразу отъехала. Так.
Так, это готово, да? Штукнуть меня не смогла. А, он показывает, у меня сейчас ХП 1700, а тут ХП тоже добавляется со временем. Так и у них ХП добавляется. Они тоже вон уже 8 уровня. Нет, 7. Так, а что тут у нас? Гантелист. Да ты бьешь не его. Так, он тут живой еще. Да, он там шевелит. Не, он не шевелится, ты его укокошил. Так, слушай, уличный забегаловку уже потяжелее. ХП 1725. Купить одежду. Да что вы привязались? Ну на тебе одежду, вот купил. Ну что это за одежда? Срамота какая, а не одежда. Нет, у меня вот это вот. Синего цвета, все. Хорошо, куплю. Я сейчас все куплю, чтобы вы от меня отстали. Больше не писали. Купи одежду, купи одежду. Так, вон там пузырь. Бери, пригодится. Бери бутылку, допьешь в самолете. Так. 7 пузырей. Угу. Куда дальше? Дальше вон туда, говорит, иди. В хантинг... О, это магазин охотничий. Тут должно быть дробовик. О, смотри, там мужик стоит в форме. Вау, 7 уровня в форме. Да сейчас какой-нибудь пушкой будет. Дай-ка вот этих сначала побью. Ой, там опять такой же. То есть они дальше такие пойдут, да? Ясно. Ой, а что такое мне предлагается? Бита. Так, ну бита. Я с битой тогда к тем зайду. Можно я к тем зайду с битой? А то там какой-то хантинг магазинс. Тогда первым делом надо к этому хрену идти. Ага. Кто стреляет в меня? Он что, стрелять будет? Охренеть. Или это он кричит, кто стрелял в меня? Нет, у него пушка. У него пушка была. Он с пушкой, сволочь такая. То есть... Ой! Блин. На тебе в голову. Так, выпить. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, дайте выпью. Спасибо. Так, бита поломалась. Так, короче, эти хрены с пушками, они уже стреляют. То есть к ним уже так просто не подойдешь. А, вон пистолет у тебя. А чё пистолет, пистолет? Так, это какой-то аквалангист. А, вон хрен с пушкой. Так, нахрена с пушкой надо пушку. Ну, тут такая система прицеливания. А он в меня вот отлично попадает. Бил, что ли? Ты, а я не понял, ты что, не из пистолета в них стреляешь? А, она только издалека стреляет. А вблизи она бьет. Дурацкая система. Я вообще мимо стреляет. Охотничий рынок. Так, ХП 1700. А ХП что, мне не прибавит? Оно так и будет 1700. А пушку никакой нельзя взять посерьезнее. А то пистолет надоели. Хотелось бы что-нибудь. Все? Да. Зачистил уровень. Что-то она, по-моему, нехорошая говорит. Что-то она... Так, купите новый костюм. Ну, давай вот это купим. Ну, пусть так походит. Пусть Каспера порадует. Каспер! Ты глянь, какой костюм я ее нарядил. Пистолет, это она их с одного выстрела убивает. Этих охотников за привидениями.
Так, здесь все. Пошли дальше. Так, в эту дверь я заходил. А, погоди, а тут все. Так, чик, и там тупик. Значит, пошли. Вот какая-то там забегаловка была, где тоже тип с дробовиком явно маячил. Так. Ну, сейчас мы его будем из пистоля гасить. А можно через окно стрелять? Прицел будет наводиться? Хрен тебя не прицел. Да не, вроде наводится. Ага, окно не пробивается. Лоха. И женщине этой тоже похрену. Ой, меня сразу повалили. Ой, тут кого только нету. Ну, сейчас меня здесь убьют. Тут и хрен этот с дробовиком. Он, правда, пока упал. Что за каша вообще? Дайте я выйду. Блин. Дайте я выпью. Хотя, в принципе. Что там, пистолет у меня уже кончился? Рука у нее пустая? Пустая. Ты что, живая, что ли? Не. Так, что у нас тут? Подсечка. И двоечка. И двоечка в корпус. Подсечка. И двоечка в корпус. Или троечка. Так, а хрен тут был. С дробовиком, а он в конце стоит. Блин, они когда лежат, их особо не побьешь. Они вот меня своими когтями-то как царяпают больно. Погоди, не бей меня, я ем. Так. И остался у нас... А, блин, я еще эту не укокошил. Так. Дядь, можно я в тебя сейчас кину немножко? Ты еще эту не убил. Они меня сейчас вдвоем размотают. А, я же говорю, размотают. Ой, я так долго с ними турялся. Играть. Ты у нас с пестиком, да? Угу. А я, наверное, этих еще тут не убивал. Они тут у нас есть, да? Ладно, я пистолет сейчас приберегу для этих чуваков. В закусочной. Да, он, если без него нормально можно было прицелиться. Он же целится как? Через попу целится. Так. Лекарство. Слушай, интересно, а у него ХП добавляется со временем? Чё ты не бабки выпадающие сразу не подбираешь? Чё ты их сразу не подбираешь? Ну так достаточно однотипная игрушка, конечно. Ну а чё ты хотел? Убей их всех. Ну да, убей их всех. Ну вот и ходишь, убивай их и всех. Ну да, согласный. Ты глянь, этот хрен с дробовика сюда по мне стреляет. Так, отстрелили несколько штуков. Хрен с дробовика стреляет. А через окошко можно стрелять в него? Если наведется, она не наводится. А он наводиться будет. Да вот, понятное дело, наводиться будет. Он вон пуляет. Ему пофигу. А, смотри, хрен с дробовиком вырубил. О! Большая идет, тоже большую вырубил. Так, теперь кто тут у нас? Так, теперь кошмала началась. Надо отсюда отойти, Шурик. По возможности. Да где-то есть! Дай выйти! Дай выйти! Мне полечиться надо, дайте выйти!
О, дверь заклинила. Заклин двери. Заклин Кеннеди, заклин двери. Так, пистолет вроде все, да, пистолет нет. Так, это вырублено. Что тут осталось еще вот это? Блин, она так бьет, что... А если тебя с ноги сначала? А если она тебе? Ну, я ее, допустим, вырублю. Потом выпью. Потом пойду к большому. К джентльмену. А, нет, это дохлое. Этот с дробовиком еще и бьет. Вставай! Как тебе такое? Ура! Зачистил этот уровень. Не понял, что такое? Он из положения лежа в меня стреляет, что ли? Офигел, дядя. Это незаконно. Так, тут у вас что? Тут у них лекарство одна. Пошли дальше. Так, что они там говорят, какой-нибудь костюм купить? А у меня только вот такой не куплен, а на него денег не хватает. Понятно. Isn't it delicious? И с ноги ему. Ну, что-то как с ноги не очень было. Так, куда же нам дальше идти? Ну, наверное, дальше идти вот сюда. Там опять этот хрен с гантелями. Ронять его надо, Шурик, не давать ему вставать. Роняйте его, Шурик. Неплохо, он что, отлетел еще живой? Он сразу заниматься начал спортом. Ну что, спортсмены они такие. Все. Отзанимался. Так, костюм. Чтоб отвязались. А это что? А, это ее начальный стартовый костюм. Нет, а это что? О, в штанах наконец-то! Вот костюм, который нам подходит. В штанах. Нашел, пусть будет вот такая. Погоди, не понял. А, не нажал надеть. В хрень какая-то на башке, но зато в штанах. Так. Что тут у вас? Бургер Джоки, Джойн. Ага, спецэффекты. И... на! И всем лежать. Работает дядь Саш. Так, только дядь Саш надо попить. А то сейчас дядь Саш тоже будет лежать. Это для ему похрен, но он решил дальше продолжить. Заниматься спортом. Топор это, конечно, ничего так, но дюже медленный. Вот его всех в округе вырубает, если что. Да. Так, ну и что там у нас? Там кому еще чего выписать? Вам с ноги выписать? Пожалуйста. Выписали. Так, а что это у нас бургер как бы? Они внутри еще прячутся, собаки такие. Там надо искать, да? Ага. Валяться. Суперударный топор. Oops. А до той не доходит? А, все, ударная волна уже никуда не доходит, потому что пара никакого нету. Oh, не тому дали. Надо было вот этому. Здорово, тетка! Извини, тут у нас задание зачистить ваш бургер хренс. Сейчас пузырь возьму себе. Так, 19 из 30. Че, будем все 30 защищать? Ну, ничего уж. Уж взялся, говорит, спройди игру. Шо ж тебе разработчик-то дал игру?
И уж тогда пройди ее, так сказать. Че, все, больше не предлагайте костюмы купить? Правильно, потому что я все купил. Вы наконец-то от меня отвязались. А, погоди, в сортире еще кто-то прячется. Сосиска. Ты, бля, меня тут в сортире отоварили. Лекарство было в сортире, тут, бля, в сортире ничего нету. А тут в сортире тоже лекарство. Две лекарства было в сортире, понял? Ну, правда, одну пришлось потратить. Ну, пришлось потратить, да, одну лекарство. Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Сейчас скоро будет следующий уровень, и откроются новые удары ногами, руками и прочими частями туловища. Come here, baby. Так, вот, смотри, там бензопила. Бензопила — это хорошо. Это бы шума и пыли можно будет порезать вот этого дядю большого. Да? Да. Закрытый магазин. Сейчас мы в этом закрытом магазине устроим закрытую вечеринку. Закрытая вечеринка с бензопилой. Смотри, меня кто-то долбануть все равно успел. Ну, ничего, так удары ногами. Так, лекарство будем пить? Да пока не надо. Ох, там два хрена с дробовиками, слышишь? А тут этот с когтями. А нахренов бы с дробовиками. Ой, тут еще и большая. У меня кончилась бензопила. Так, извините, я пока от вас отойду. Вот этих пока побью. Так, это манекен Шурик. Да я понял. Надо вообще туда убить. Так чё он ходит туда-сюда? Куда я знаю, кого тут бить? Так, этого мы вырубили. У нас там два хрен с дробовиками, да? Это тоже вырубили. Не знаю, лекарство выпить. Ой, там три хрена что-то с дробовиками, вообще не два. Турик, вали отсюда, тебя еще пристрелят, да я уж понял. Конечно, у меня бензопила откончилась. А они пользуются случаем. I'll kick your ass. Тетя, полежи чуть-чуть. Полежи чуть-чуть, тетя. Не вставай, погоди. Сейчас я тебя нейтрализую. Так, полежи чуть-чуть, тетя. Ага, не вставай, погоди чуть-чуть, я тебя нейтрализую. Все, тетю нейтрализовали. Так, тетя нейтрализована. Теперь два хрен с дробовиками, да? Так, шелупонь убрать, чтобы не мешалось. Хрен с дробовиком повалить. К другому подбежать, повалить. И надавать вот этим поблизости. Так. Отойди, Шурик, чуть-чуть. Подлечись. Подлечись. Ага, вот он ко мне идет. Вроде когда пьешь, не бьют. А один раз тебя убили, когда пил. Не, по-моему, гантели пролетели, когда я пил. Так, дробовикиста надо угомонить. Блин, ты его не угомонил, да я понял уже. Ох ты, блин! Конечно, у вас дробовики, а у меня ничего нету. У вас вонкие глаза страшные.
Так, один остался. О, это вот Кузьму я и сам возьму. I hear you. Ну, блин, он тоже может долбануть. И ногой его на в окно. Вот так. So good. Двадцать уравнений зачищено. Ой, достижения получил. Какие достижения получаются? Ой, куда-то полетел. Ой, куда-то полетел в неизведанном направлении. Так, там, короче, опять эти штангисты, твою дивизию. Так, сортир. В сортире обычно лекарства прячут. Мы это знаем, да? Ну, не всегда. Нет, вот одну нашел. Так. Извините, женщина, не успел вам двоечку пробить, вы мне в ответочку прилетело, да? А, смотри, тут здоровье тоже добавляется, теперь уже 2,5. Ну, а у них тоже добавляется, ну, естественно. Там, смотри, бита лежит. Да, там в середине лежит бита. Так, давай толстушку сюда выманим. Толстушка, иди сюда. Хрена ты ее выманил. Да, неплохо я ее выманил, конечно. Да блин, а? Чё так медленно ногами машешь? Ну вот, другое дело. Сразу так не могла сделать. Сразу так не могла сделать. Такой супер удар ей нанести. Там хрен с этим, с винтарем стрелять будет. А чё мне до сих пор дробовик не дали? И чё, не понимаю, но очень интересно. А, смотри, она уже поломалась. Кто поломалась? Бита. Ну, конечно, они ж тяжелые все. Турик, надо отойти хлебнуть. Ща хлебнем и заново. Меня интересует вот этот большой джентльмен. Вы что там сзади подходите? А? Не подходите сзади. Харек, сзади подходите. Так, большого джентльмена вырубили. Ну, а с этой-то мелочевкой мы, понятное дело, сейчас разберемся. И с ножки женщину. Нет. Так, а что-то на рынке еще кто-то не укокошен. А кто здесь на рынке еще считается? Ты еще на рынке тут у нас считаешься? Еще кого-то надо найти. Так, а кто ж тут еще на рынке где? Кто еще к рынку относится? А, вот это, наверное, тип рынка. Рыночный. Рыночный будешь? Да, он рыночный. Да, вот там опять нам надо большого бить. Видишь, да, лекарств мало, лекарств все меньше. Как купить новый костюм? Какой костюм купить? Я уж все купил. Че мне голову забиваете? Все, костюмы кончились. Нет костюма. Предложи что-нибудь другое купить. Костюмов нема. Так, о, пистолет тут имеется. Опа-на, патрон мимо пролетел, точнее пуля. Ух ты, блин. Так,
Иди сюда, я тебя пристрелю. I hear you. Она меня потеряла. Блин, ну тут вот, конечно, пистолет. Вообще такая тема дурацкая. See you in hell, ладно. Baby. Так, теперь вот того хрена надо с дробовиком отстрелить, да? Да. Присесть тут нельзя. Тут нельзя присесть. Нет, нельзя, Шурик. Нельзя присесть. Хрен с дробовиком убрали. Отлично. Так, кто тут у нас еще из больших? Это Милулюзга. Ну, вон там большой есть. Председатель как барбос полколхоза в дом унес, который со штангами. Так, ну надо освободить путь. Теперь будем в него стрелять. Ему обычно два патрона хватает. Да, но он тоже стреляет. Ух ты, вот это она, смотри, как Жан-Клод Ван Дам, не опускай ноги. Раз, два, три. Не, тот раз было интереснее. Так, пожалуй, я выпью. Пожалуй, я выпью чуть-чуть. Смотри, он меня стукнуть успел. Тогда нам это не годится, тогда достреливаем их из пистолета. А то у меня скоро лекарство кончится. И мне будет не очень хорошо. Ну, либо надо бить их двоечками. Тогда они очухиваться не успевают. Так, еще кого-то на бензоколонке. Да вот, последний. Все, бензоколонка зачищена. Так, 8 осталось. Пора бы нам прислать нового злодея какого-нибудь. И дать мне какое-то новое оружие. Да не могу я костюм купить. Я все там выкупил уже. Выкупил все. Смотри, все костюмы куплены, видишь? Все, а DLC у меня нету. Поэтому движитесь. Still hungry? Так, лекарство. Ready for a fight? Блин, как же сюда заходить-то? Тут глянь, что есть. Тут и с дробовиком. Мини-маркет. Меня тут сразу в этом мини-маркете приняли. В оборот. Надо выйти пока из мини-маркета. Есть желающие за мной из мини-маркета выйти? Блин, лекарства кончаются. Ну, меня так сразу бьет. Вот этот хрен. Его надо нейтрализовать. А тут еще есть... Подсечками урон наносится. Наносится, только небольшой, правда, при этом. Это Шурик сейчас укокошит. Я уж понял, что укокошит. Вот тебе и неудача. А я так и знал. А я предупреждал, что будет неудача. Вот тихо, бейби. Тогда оставь пока эту фигню. Может, давай какую-нибудь биту себе найдем и зайдем сюда. Что-то надо с оружием заходить, короче. Слишком маленькое пространство. Может, здесь где-нибудь найдем какую-нибудь пушку. Ну, или хотя бы биту. А тут все маленькое, видишь? Все какие-то маленькие. Ладно, разберемся сейчас, гражданин. По улице пока походим, хотя бы уровень 10 получим. Удары новые завезу. А что ты так медленно бежишь? А, потому что этот падал. Видишь, они уже все типы 9 уровня. Даже кто-то долбануть меня успел. А чё, еще нет следующего уровня? Так, я получил новый уровень. А стоит у нас наверх такой. Изучены, говорит, новые удары. Погоди, а здесь почему? Ага, а здесь биту дали. Вот. Вот пошли в первый магаз с битой попробуем. Да, поглядим, что будет. Ну давай поглядим, что будет. Вот сюда я зашел. Здесь мне накостыляли.
Так точно, здесь накостыляли. Still hungry? I hear you. Чё, бит уже поломалась? Так они ж крепкие, Шурик, она об них быстро ломается. Они ж крепкие, она об них быстро ломается. Так, я не пойму, эти дохлые? Да вроде, да, что ли? Ну, ты тут вроде всех больших, блин, а тут все мешает, какие-то рамы. Что только нету. Так, ага, всех укокошил, отлично. Ну-ка, давай в подсобку зайдем. Тут было что? По-моему, я подобрал здесь что-то. Так, ладно. С этой веселенькой компанией разобрались. Теперь опять какая-то маленькая нычка. А, ну тут хоть... Тут хоть они... Да, ну тут долбануть все равно успели. Давай. Слушай, он все равно стукнуть успевает. Даже вот этот простой тип успевает стукнуть. Лекарство. Хорошо. Купить новый костюм. Да не могу я его купить. Проклятый. Ой, у флориста тут две мадемуазели. Они меня тут сейчас укокошат. Ой, в полете меня поймала. Ага, одну укокошил. Ага, слушай, газировки надо выпить. Пей газировку. Так, мадемуазель, меня нельзя бить, я газировку пью. Ух ты, блин. Это собака, а? Че, обмен ударами? Раз на раз. Так, уровней зачищено у нас 25. Так, тут у нас что? Парикмахерская. Тут какие-то уровни маленькие пошли. Значит, в конце сейчас будет, Шурик, серьезный уровень. Вставайте, кто тут еще живой? Есть, парикмахерская. 26-4 уровня осталось. Какие-то уровни маленькие, даже странно. Так, да я не могу костюмы я покупать, не покупаются они, отвяжись. Так, в баре что-то у нас, а, ни хрена себе. В баре тут вообще отлично, Шурик. Да, надо в сортир зайти, выпить. Так. В баре два типа, которые в меня стреляют. И бьют, не только стреляют, но еще и бьют. Блин, надо уходить в сортир лечиться, Шурик. Пошли в сортир лечиться. Так, мальчики, я в сортир лечиться, не подходить сюда. Я тут в сортире лечусь. Чё ты стреляешь, а? Чё ты стреляешь? Так, Шурик, срочно в сортир лечиться. Одного убили. Так, одного убили, уже лучше. Пространство маленькое, неудобно вообще. Это не тот Шурик, это мертвый стреляет. Да блин, кто их разберет? Живой, мертвый. Готовы. Уровень очищен. Так, ну и что тут у нас, Ольга, осталось? Еще два уровня, да? Ну, возможно, это, точнее, три. Возможно, тут будет самый сложный уровень. Возможно. Так, сюда я ходил, да, ходил. Так, тут у нас что? У нас женщина. Складской магазин. Да блин. Слушай, ты заколебала, бабища. Одну вырубили. Другого.
подсечки. Всем лежать, работает тетка в штанах. Так, тетка в штанах валяется, тетка в штанах, походи. Слушай, а почему она у меня каких-то... А, нет, она в штанах, все правильно. Нормально так напихали. И подсечки! Она там блоки, что ли, ставит, я не пойму, вот эта хрень. И ногой ее. Не получается ее ногой. Вот бьет она в ответ, понимаешь? Блин! Что так больно-то? Что так больно-то бьешь, а? Ну, сейчас я тебя добью, у тебя там все хп кончилось. Слушай, она получается одна из самых серьезных противников. Так получается. Один из самых серьезных противников. Так, еще один уровень. А где последний? А, вон они, ой, оперный театр. У вас тут нигде ничего такого не скрывается, типа биты бейсбольные. Все, Шурик, кончились биты. Выходим, выпиваем, чё? Да выпивай. На последних бы еще оставить хоть чуть-чуть лекарств. Кто первый встает? Кто первый встает, того и тапки. Правильно? Правильно. Все, остался один уровень. И сколько лекарств? Два лекарства вроде. Они мне только пол сердца забрали. Так, ну значит, сейчас будем в этих типов кидаться. Да, кинулся. Угу. Ой, я одного вырубил. Даже выкинул отсюда. Хорошо, один остался. Нормально. Ну, одного-то уж я этого Кузьму-то уж возьму. Все, еее. А что дальше будет? Прошел я 30 уровней. И чё? Наконец-то я нашла тебя. А, она нашла чувачка. А чё же он все время это делал, Ольга, пока она тут монстров-то мочила? Надеюсь, даже все приличное будет, после того, как она его нашла. Нет! Ого! Ого, куда это они упали? О-о-о! Тут новая история. Понятно. Тут опять уровни зачищать. Ух, там рыцарь какой-то с мечом. Хрена себе. Че, зомби-рыцари, зашибись. Нормально. Нормальная тема. Зомба-рыцари, офигеть. А он 10 уровня, сволочь такая. А ща меч кончится, чем их потом бить? Подземелье, уровень очищен. И? А тут что-то нет уже, сколько из скольки очищено, да? Просто уровень очищен и все. Просто пройти подземелье, я тебя понял. Ну, я так не играю. А вон тот с виду тяжелый. Ой, у меня кончилось все. Рыцарь руками бить. Отлично, он же железный. А ну ты уже у него меч отобрал? Ну да, меч я у него отобрал. Бить ему уже нечем. Так, ну вот хоть зомбак обыкновенный с виду. Ready for a fight?
Так, здесь же некуда идти. Не, здесь некуда идти. Прямо вон. Или сюда. Шкелеты какие-то в древней пещере. В печень ему в рыцарскую. На те. И с ноги ему. На. Вот так вот. Так. Вставай, чё разлёгся. Древняя пещера. После, как говорится, супермаркета древняя пещера. Так, там рыцарь с мечом. А у меня меча нету. А у него есть. Да, у него есть. Так, рыцарь. С ноги ему. Кто-то меня в печень бьет. Вот эта хрень меня в печень бьет. Ой-ой-ой, надо бечь отсюда. Да, они тебя нормально пихали, я тебе так скажу. Они тебя нормально пихали, эти рыцари древние. Вот это он пендаля дал ей. А ты говоришь, он без меча. Ну я тоже пендали могу дать. Что ты думаешь? Что ты думаешь, товарищ рыцарь себе? Я тоже могу пендали дать. Так. В сундуке сокровища. В виде лекарства. Да нету костюмов новых. Нету костюмов новых. Интересно, долго теперь типа искать? Там хоть отчет был какой-то, да? 30 этих зачистить кабинетов, а тут вообще непонятно, что делать. Лекарство, как говорится, собираешь. Так, что там у нас вообще? Зомбаки, рыцарь с мечом большим, еще один рыцарь, луковый дракон. Так, и что там в конце еще дракон будет? Понятно. Укусил их в будку. Но они тут, видишь, особо не преследуют тебя. Поэтому укусил и в будку. Лузер, говорит, конечно. Нет, от этого надо отойти. Мне его меч не нравится. А мне тут меча никакого не дадут. Пока не вижу. Там вон дальше что-то на дракона похожее. Ох, там босс какой-то стоит. Еперный театр. Так, рыцарь ко мне идет. Ну давай попробуем его тут одного как-то. Вставай, дядь. Вставай. Чё разлёгся? Вставай. Вставай, чё разлёгся. Так, понятно. Место неудобное. Ага, вот это хорошо залетело. О, убил! Нет, не убил, почему? Не знаю, почему-то не убил. А, теперь убил. Блин, не отойти и выпить. Так, это мы где с тобой остановились? Это вот в пещере в этой. Так, да, прям интересно, оторваться не могу. Так, погоди, а что, очки перестали набираться? 10-й, вот как я уровень набрал, что-то я не обратил внимания. Там дальше перестает апгрейдиться, что ли, тема или что? Не знаю, логово дракона. Да, очки не набираются. Очечки не набираются дальше. Дальше не прокачиваешься. То есть это максимальный уровень прокачки. Блин, он здоровый хрен. Полежи чуть-чуть. А факел вот этот нельзя взять? Так, этого хрена мы уработали.
Понятно. Ну, этот будет полегче, у него оружия нету. Так, факелы. Нет. Так. Отходим. Не, Шурик, уходи отсюда. Слишком их много для тебя. Надо кого-то одного на себя выманить. Ну или кому-то одному прописать как следует. Прописали, но он еще живой. Сейчас пропишем еще раз. И подсечечку. Ах ты ж, рыцарь. Так, вот этого надо вырубить. Так, тихо. Ты там чё? Вот это он мне дал мечом. Ну, чё ты хочешь? Железяка. Да, я понимаю. Ready for a fight? It smells rotten. Так, этого я сейчас вырублю. Рыцарь уроню. И теперь буду его пинчить. Ронять, пинчить, пинчить, ронять. Чтобы он шибко-то не зазнавался. А то ишь ты. Устроили тут логово дракона. Малина, понимаешь ли. На тебе, с ноги. На тебе, двоечку. Свободен. Так. Ну, можно вот этому долбануть. И свалить в сторонку, пока рыцарь там сильно не махнул своей клюкой. Так, пока он там валяется, вот эту давай уработаем. Так, этого уработали. У него меч надо отобрать. Без меча он уже будет побезопаснее чуть-чуть. Хотя, конечно, пинки у него тоже неплохие. Ага, вырубили. Ну, этот вроде попроще будет, дядька, наверное. Ты глянь, а меня все-таки долбанул. Уровень очищен. Так, и чё ж там? Дракон? Ладно. Да не могу никакие костюмы покупать. Нет тут никаких костюмов. Так, дракон, понимаешь ли. Там какой-то босс стоит. Большой какой-то. Мне меч предлагают взять. Врата ада. Ни хрена себе, врата ада. Да, врата ада. Ух ты, ни хрена себе. Понятно. Врата ада мне понравились, он так хорошо плюет. Как же его убивать? Этого плевуна. Не знаю. Так. А, смотри, вон тут лекарство есть. Да, лекарство вижу. Но мне бы сюда какую-нибудь базуку, а не лекарство. А сбить его с ног можно? Ой! Чё, всё, что ли, меня убил? Нет. Чё-то я вообще не понял, чё я включил. Так, ладно, и у меня меч кончился. Зашибись, и как же мне убивать без меча вот этого вот типа прекрасного? Я хоть руку ему оторвал. Да чё руку он плюёт? Ему похрену на руку. Ему на руку похрену. Так, чё там лежит у нас? Это, говорит, туда тебе потом можно пойти. А, это типа её лежит. А, да, это он. Но сначала надо этого победить. Не, к типу ща не подойдешь. Так, он сюда тоже плюет. Меч, ты ж слишком, Шурик, рано израсходовал, да? Да. И прыгаем. Ой, да не к нему ж прыгай ты. Болван.
Да откуда я знаю, куда тут прыгать? Ух ты, блин, как он мне вовремя долбанул. Я только пить собрался, а у меня... А зачем еще раз? Я думал, не подействовало. Ладно. Так. Тебя можно свалить? Нет, его свалить нельзя. Его свалить нельзя. И хп у него... Понятно, хп у него до хрена, он меня еще убьет. На него надо было меч оставлять. Его если только мечом. Все, неудача. Так, это получается на него меч оставлять, да? Бить его хотя бы мечом. Ну ладно, уж пройдем последнее. Это что такое? Кость покатилась. Так, а куда мне здесь? А, ну вот. Во врата ада. Так... И значит, меч на него оставлять и как-то не подставляться. Да, что же рыцари ногами бить? Блин. Так, меч можно потом взять, Шурик. А, ну, в принципе, да. Пусть пока полежит. Ох, это кто-то меня так долбанул? Это кто долбанул? Кто ты? Камни какие-то, на которых буксуешь. Так. Рыцарь, идите сюда. Идите сюда, я вот тут за камешком вас буду ждать. И со словами Сеня, я жду тебя за столиком. Блин. Она еще кот бьет мимо. Да ни хрена себе. Блин, ну что ж вы так больно бьете, а? Главное, два сволочи приперлись. Ай, да блин, заколебали. Заколебали, если честно. Like идите сюда. Сюда, идите. Как бы их убить бы, а? I hear you. О, один пошел. Без руки он, да, уже? Так, он без руки. Да, ты сейчас тоже будешь без руки, да, я понял. Так, вставай, сволочь. Без двух рук. А, нет. Все еще без руки. Так, одного вырубили. Но толку мало, да. Потому что вот есть еще один прекрасный чувачок. Сейчас мы ему по печени по-рыцарской надаем. Ну-ка, с ноги, может, попробуем. Давай. Вроде ничего так пошло пока. Так, а этот меч нельзя себе взять. Так, двух рыцарей укокошили. Но, как говорится, этого мало. Да. У нас по-прежнему вот этот хрен в центре стоит. Так, что там у меня еще? Лекарство. У меня лекарства только осталось очень мало. Это у нас типа финальный бой. Да, может и не финальный. Да, может, кстати, и не финальный. Что, будем меч брать? Рано. У меча мало хп. Тогда надо еще вот того рыцаря как-то на себя выманить. Вот, и только убив этого рыцаря... Да, выманил ты его на себя, неплохо. Да, вообще отлично. Рыцарь, пошли со мной за уголок. Иди сюда. А ты молодец. Ага, меня уже этот тип заметил. Иди, иди, иди. Что ты меня не видишь, что ли? Вот он я.
Вот она, точнее, не я, а она. Вот, нормально. Полежите чуть-чуть, отдохните. Подсечка у них тоже забирает хп, но очень мало. О, он без меча остался, но он пинками неплохо, да. О, он очень неплохо пинками дает. О, видишь, хотел пинка сейчас дать, видишь? Так, этот минус. Ладно, что у нас осталось? Осталась мелюзга. Так, Шурик, отбегаем. Выпиваем. Че, может, пора меч брать? Может быть и пора, я не знаю. Одного вырубили. И меня вырубили. Ну, еще не до конца. А теперь нормально уже. Ой, теперь вообще хорошо вырубили. I hear you. I like this. Что, берем меч? А где он есть? Так, где наш меч? Голова с плеч. И... фу! Ну, этому нормально так залетело. Чё, говоришь, без шансов? Да вот с шансами у нас не очень. Смотри, он здесь нас хорошо увидит. Шурик, беги. Так, что там он? Без рук? Но он плюется, ему на руки похрену. А ты вроде не в меня плевал, а попал как-то. Что там у тебя по хп, дядь? Да лучше своим следи. Слежу за своим. О, убил его, отлично. А, все, уровень очищен. Главный босс убить. Понятно. Блять, все сдохли автоматически. Это сразу надо было с него начинать. Да кто ж знал? Кто бы мне дал бы так к нему подойти? Купить новый костюм. Свардебный, что ли? Да нет у нас свардебного костюма. Нету! Так, ну что, можно забрать этого гражданина? Любовь всегда побеждает. Ну, победил уже или как? Или опять кто-то свалится куда-то? Конец, ну наконец-то, Ольга, я прошел игру за 1:43, хо-хо-хо. Не понял. А, примерочная. Новых одежд не появилось? Не появилось. Так, ну что, ну, как я говорю, стоит 320 рублей. Ну, в принципе, могло бы быть и поменьше. Так-то нормальная игрушка, убей всех, это мы любим. А вот, даже иногда приличную одежду можно найти. Ну, что-то 320 многовато, но рублей 150. Ну, а так все, мне, в принципе, все понравилось. Проведение припоручаю воздеть, мои заклинания, остерегайся, выходить на болото ночное время, когда силы зла властвуют. Безраздельно. Спасибо, кончу.